Всем привет! С вами Пушкарев Максим. Я являюсь персональным тренером клуба «Кармель». Сегодня я покажу вам тренировку рук. Я выполняю вместе бицепс и трицепс. Ну, я так лучше чувствую. Я начинаю всегда с более разминочных упражнений для себя. На трицепс я делаю в кроссовере разгибание с канатом. Примерно я делаю его на 20 повторений в трех подходах. И сразу же я делаю на бицепс. Я также его делаю в трех подходах на 20 повторений. Эти два упражнения я делаю в суперсете, то есть друг за другом. Сначала я делаю трицепс, потом я делаю бицепс. И, в общем, у меня получается три подхода на трицепс, три подхода на бицепс друг за другом. После блочных тренажеров я перехожу на базовое упражнение. Сначала я делаю подъемы на бицепс стоя со штангой. Я делаю на 10-12 повторений в четырех подходах. После того, как я выполнил бицепс, 4 подхода по 15 повторений, я перехожу на трицепс. Тоже базовое упражнение. Жим узким хватом. Я его делаю также в 4 подходах на 12 повторений. Сейчас я буду делать суперсетом бицепс и трицепс, подъемы на бицепс гантели сидя и французский жим с гантелями. Подъемы на бицепс я буду делать на 10 повторений, а подъемы на трицепс на 20 повторений. При подъеме на бицепс гантели я стараюсь сделать полную амплитуду, полный разворот гантели. Суперсет идет у нас нон-стопом, я не делаю остановки, то есть я делаю бицепс-трицепс в трех подходах. Сейчас будем делать упражнение на бицепс, лежа в кроссовере. Делаю я его на 15 повторений в 4 подходах. Хват не очень широкий. Делаем полное растяжение бицепса и полное сокращение бицепса. Взрывное вверх движение, плавное вниз.
Сейчас упражнение на трицепс. Разгибание по одной руке. Под разными углами будем делать. Оно тоже делается нон-стопом. Правая, левая рука. 10 повторений под каждым углом. Примерно в 3 подходах. Стараемся, чтобы локоть смотрел вверх. Разворачиваем и делаем под другим углом. Следующее упражнение – подъемы на бицепс на скамье Скотта. Также на 12 повторений в 4 подходах. Локти мы прижимаем сюда полностью, опускаемся как можно ниже. Делаем полное сокращение. И полное растяжение мышц. Заключительным упражнением я делаю отжимания на брусьях примерно в 4 подходах на максимальное количество повторений, то есть до отказа. Сегодня мы сделали упражнение на бицепс и трицепс. С вами был Пушкарев Максим, персональный тренер клуба «Кармель». До встречи в следующих выпусках.